Там стоят наши девчонки. Выходить не хотят. Пошли, пошли, пошли. Чего? Ну, давай, 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 пошли, пошли. Ашки, ашки, ашки. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, чего, мелкая? И ты соплюешь, что-то какие-то сопли у тебя, а? Да? Пойдем, пойдем, пойдем гулять, пойдем. Ашки, ашки, пойдем. Пойдем, чего? Пойдем, пойдем, пойдем. Чего? Пойдем. Кать, Кать, пошли. Чего, моя мелочь? Чего? Пойдем, мой зовут. Пойдем, ты хромаешь у нас, да, хромаешь у нас. Пойдемте. Пойдем. Пойдем гулять. Пойдем. Сейчас идем на прогулку. Клевер. Огород засеян. И туда выгоняем овец. Постригли сегодня остаток. Не очень, но лучше, чем совсем никак. Так что вот так, ладно. Пойдем, пойдем. Чего боишься? Пойдем. Ну, немного осталось, много продал. Это весной и летом. К лету. Так что сейчас баран нужен. Буду искать. Осталось в большинстве баранов. Ягнят мелких. Баранчики. Ну вот наш клевер высажен. Огород. Так вот. Не очень. Не очень едят они. Ну, жарковато. Сейчас еще только где-то 6 час вечера. Еще маленькая жара стоит. Солнышко припекает. Он уже пристает ко мне. И ушастик пришел, да? Ушастик. Катька вон прыгает на 3 ногах. Да, Кать? Устала, сейчас отдохнешь маленько, не пойдем никуда, вон здесь будем пастись, да, мой золото? Да, скажу тебе, ну а почеши мне спинку почеши, да, надо, не ковал, вон бока у них провалены после ягнят, надо вон и медведю, и мою мамку этой проколоть маленько, да, и вермектином маленько. То набрали, скажем, мы паразитов, а ты не смотришь за нами. Так, есть мамки, вот. Маленько бока такие. Это он проваленный. Это у нас еще пузатые ходят, так что подождем. Чуть позже проколем. Вон. Мамка тоже надо проколоть. Ну так, вроде. Вроде ничего. Да, Катька. Да, моя Катька, сейчас маленько отдохнешь. Ну, это моя старая мамка. Не получилось у нее в этот раз с ягнятами. Скинула на 2. Может, и из-за
паразитов, а вот мелкая моя, у нее один этот баранчик. Но хочу показать, какая добродушная. Вот. По хвосту видно. А? Как собачка, да? Как собачка ручная. Лезет и лезет, да? К рукам такая матрена, да? Это как собачка, а? Чеши ее, ласкай, и все. Она, вон какая добродушная. Да, мелочь моя. Один у нее барашек был первый раз. Продали мы его. Ну, ничего, вроде восстановил сейчас. Да, сиськи высохли такая. И хвост так задирает. Как собачка. Как собачка, да? Вон ее мамка такая пузатая-пузатая ходит. Где? Не вижу ее, где мамка. Тоже постригли. Большая. Она у меня с первого кота осталась. Ну, ладно, увижу. Покажу. Не вижу, опустившую сейчас. Заняты все. Кушают. Покажу. А вот эта маманька. Стоит рядышком, а я ее не вижу. Я не вижу. Вон она. Уже совсем. Скоро-скоро. На первый мой ягненок. С первого кота. Уже 5 лет прошло. Ну, ей уже 5 лет. Вот, принесла тоже двоих. Вон рядом с ней она и стоит. Такая добродушная. Добродушная. О, хвостом виляет. Вот мамка, а это ее ягненок. Пойдем, пойдем. Чего стоит, на меня смотрит? На... Ну вот. 20 минут прошло. И мои уже овцы.